Приветствую всех любителей сайтостроения. И в этом уроке мы с вами продолжим знакомиться с технологией CSS. И, в общем, с самого начала мы должны с вами понять, как вообще работает эта технология. Работает она при помощи одного такого тега подключения, который мы с вами подключим в области там head. Ну, вы знаете, да, из прошлого видеокурса по HTML. Вот я вам сейчас покажу. Вот два тега head, да. Один открывается, другой закрывается. Тут у нас метод tag кодировки, tag title с названием. И вот здесь вот перед закрывающим тегом head мы должны будем с вами прописать тег подключения нашей таблицы стилей. И браузер, когда будет загружать наш сайт, он увидит в этом теге, что, ага, по такому-то там адресу, который мы там пропишем в этом теге, находится стилевой файл с расширением CSS. А находиться он у нас будет вот в нашем каталоге этого сайта, в этом корневом каталоге, вот, где у нас все вот эти вот файлы тут HTML-овские расположены. Мы создадим здесь папку, назовем ее CSS, и в этой папке у нас будет располагаться стилевой файл, который может называться совершенно по-разному, но мы его назовем style.css. И в этом самом стайле с точкой CSS будут прописаны различные стили. Мы там можем, например, написать, как должны располагаться все заголовки. Например, там H1, да? Они, к примеру, должны там иметь такой-то размер, такой-то цвет. Должны выравниваться все посередине. Ну и тому подобное, да? В общем, абсолютно все. Те же самые абзацы, картинки, вот эти вот теги div. Разные тут, вот, например, вот эти вот. Мы всем этим вещам будем придавать там классы, айдишники, и через эти классы будем в самом этом файле стилей с расширением CSS будем уже регулировать их внешний вид. Но чтобы было вам более понятно, могу сказать одно. В самом HTML мы создаем объекты в виде там картинок, ссылок, изображений, списков, абзацев, а в CSS мы уже регулируем внешний вид этих объектов. Как они должны располагаться, какой у них должен быть размер, как вообще они должны выглядеть. Но абсолютно все, что касается внешнего вида, мы уже будем регулировать в CSS. Могу вот для такого более яркого вам представления о CSS. Вот я открыл свой блог sokolskaya.net, да, вы его все, наверное, уже видели. И вот сейчас я открою Firebug, такой плагин есть. Как его устанавливать, я уже показывал вам в прошлом уроке. И вот здесь давайте мы найдем этот тег head. Вот он открывается и там внизу закрывается, да. И в этом теге head как раз таки вот есть такой тег link. И в этом теге link, вот видите, есть такой атрибут href, и в этом атрибуте указан полностью вот абсолютный адрес этого местонахождения этого самого файла style.css. Вот. Это, короче, тег подключения. Если я его сейчас возьму и тупо удалю, вот так вот, раз, и нет его, да. И смотрите теперь, как стал выглядеть мой блог. Ну, его теперь совсем не узнать стало. Все выглядит, ну, примерно так же, как наш тестовый сайт, который мы делали в видеокурсе по HTML, да. Простой текст идет, вот формы тут обычные, текст, ссылки, списки вот эти вот есть, ненумерованный список. Ну, мы его делать уже с вами умеем. Ну, это флеш-игра тут просто вставлена при помощи TagObject. Короче, все совершенно уже стало так неказисто выглядеть. Просто совсем посмотреть не на что стало, да? И вот CSS как раз таки нам и позволяет менять внешний вид наших сайтов так, как нам заблагорассудится. Короче, как хотим, так и меняем наш внешний вид у сайтов. Вот все, собственно, что мы должны с вами знать. В следующих уроках уже займемся непосредственно самим подключением таблицы стилей, ее созданием. И будем начинать прописывать такие самые первые простенькие вещи там. Начнем понемножку осваивать эту самую технологию CSS.
И все, до следующих уроков.